В Беларуси замечена большая колонна российской военной техники. Колонна движется из Минска в направлении Москвы. Об этом сообщил проект «Мотолка» в Твиттере. Отмечено, что колонна из более чем 100 единиц российской военной техники была замечена в городе Борисов, Беларуси, около 7 часов утра. Большая колонна из 100 боевых машин с отметкой «В» двигалась из Минска в направлении Москвы. В информации отмечается, что колонна состоит из автомобилей «Урал», «КамАЗ», «УАЗ», «Патриот», «БУК», машины с горючим и автобусов «ПАЗ».